На примете вроде бы у нас все хорошо со шкафом, красивый, исполнение. Ну, там, подумаешь, ручек нет, там чуть наполнения нету. Ну, это ладно, это полбеды. Ну, как можно было спроектировать так шкаф, чтобы у нас вот образовалась вот здесь такая щель, вон какая-то непонятная. Это первый момент, вот ваш палец проходит у меня. И второй момент, вот это примыкание. Интересно, как так-то? Ламинат, вон у нас щель, да, но именно идет. И как сюда, чем закрыть? Вот у нас плинтус. Вот так приходит. Куда она приходит? Прям в дверь, что ли? А как открываться-то будет? Вот так, если она зажать ее, он уже отпирает. Все спустит уже. Как так можно было додуматься-то? Интересно. Я вот не знаю, почему ты как профессионал своего дела вот не задумывался вот о таких вещах, когда у нас плинтус, любой плинтус, должен прийти, ну, к добору, да, к такому маленькому. И при открывании двери ничего здесь не мешается. Ну, вот тоже здесь доборы. Вот, то же самое. Смотри, как нормально все эстетично продумано. Открывание двери ничего здесь не мешается. Ну, поверху понятно. Там вообще щели нету. Когда заказываете шкаф-купе, требуйте, чтобы было по периметру доборная планка. Это необходимо, чтобы закрыть вот эти щели. Щели это между ламинатом, ну или монопольным покрытием. Так как вот здесь с этого момента, здесь у нас скроет плинтус. Вот, и здесь у нас торцевая часть. А сюда-то она так вот не повернет, так же она не останется. Поэтому она вот здесь вот заканчивается. А вот это будет видно. Поэтому здесь необходима доборная планка. Это первый момент. Сейчас покажу, как должно быть на другом видео. Второй момент. По цвету вам нормально, что-то, мне кажется, вообще отличается. Есть проект, выбран был цвет, а цвет не тот. И говорят, что цвет не просто фактура другая, там оттенок другой. Это вообще какой-то желтый. Должны быть белые двери. Ну, приближенно к белому цвету, но точно не желтый. Вот технически верно исполнен шкаф-купе с стены с доборной планкой. Для чего он нужен? Для того, чтобы вскрыть как раз вот здесь вот технический зазор для ламината, для его расширения. И также здесь корректно приходит сам плинтус. Поэтому, когда делаете шкаф-купе, необходимо доборную планку ее до конца закрыть. Что с этой стороны, что с этой стороны.